Подвижные игры, викторины, танцы и эстафеты. Каждые выходные в Щелковском городском парке культуры и отдыха юных гостей ждут в гости сказочные герои. Провести время весело и активно можно всей семьей. Ребята с удовольствием участвуют в веселых играх, однако к интерактиву могут присоединиться и взрослые, так что замерзнуть точно ни у кого не получится. Детям нравится. Старшие, младшие с удовольствием. Ну и я участвую с ними. Сегодня особый случай. Сегодня день рождения нашего папы. Поэтому мы решили провести это активно. Быстрее, быстрее. Два человечка в одно колечко. Часовая программа проходит в детском городке «Сказка». Каждую субботу в 12:00 юных щелковцев и их родителей в гости приглашают скоморохи и любимые сказочные герои. Анна Бальет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.